Спасибо. Я приветствую всех телезрителей и радиослушателей. С вами Тело Педерача. Понятно. Это глупо. Глупо косить под кого-то, пойми. Ты должен быть... Я не косил под тебя, я тебя спародировал. Ладно, ладно. Ты должен быть... Слушай, а вообще... Смотри, а здесь зигзагами-то хожено, блин. Тут прям выдрачивали все, но не все что-то как-то чудно. На самом деле я хотел сказать немножко другое. Вот смотри, все гораздо проще. Вот включил ты камеру, да, вот как я сейчас. И такой, да, господа, короче, это очередное... О, понял? И забили болт, походу. Вон. Это очередное включение, походу, на закрытие сезона. Первый внезапно. Последний коп, наверное, в этом году. Ну, может, еще, конечно, но не факт. Ну, хрен его знает, в общем. И в кои-то веки абсолютно, ну, почти чистое небо. Охренеть! Чистое небо. Себастьян уже роет. Ну вот, короче, блять, понятно. Я этот игры ебаный не буду подбирать. Я не настолько беден. Сигнальчики пошли. Короче, штука-то в чем, господа? Наконец-то соблазнился, господа, стекло. Говорит, стеклов. Ну ладно, господа, ебать, товарищи, братцы. Братцы, граждане. Что-то плохо под кого-то косить. А кто это? А, это который с машинами. Я его года три не видел. Ты глянь, ты глянь. Чего ты глянь? Да нет, на самом деле, мне до фонаря, я не вижу смысла смотреть. Как какой-то чувак, что-то, блядь, про тачки рассказывает. Мне до пизды вообще, если мне надо купить тачку. Проекты строй, долби, ломай. Ну, господи, ну ладно, короче, вот, не вижу я смысла в просмотре подобного контента. Тачка, это дело такое, это как женщина, вот, залез, сел, нравится. Ну, блин, еще он сделает проекты свои. Нравится. И, блин, с двигателем. Блять, ну и лом, ебаный в рот. Он у тебя еще и заварен, ну как я вот им теперь? Я пытался его приварить в петле, чтобы петлю приварить. Вот дурак. Ну и нахрен этот лом, надо было мой брать. Легче, потом спасибо скажешь. Ага, легче. О! Слышь? Ты сам не там копнул. Может быть. Может быть, но я ебу, блядь. Себастьян. Свет что-то не его вообще. Ты сейчас хрен определишь его свет. О! Чугунин, по-моему, полезл, не? Не-не. Да нет, что-то вообще это. Слушай, ну что-то срань какая-то. Нет, может, да. Приборчик еще не отстроился. Ну, еще надо. Ну, в общем, как-то вот так. Смысл-то в чем? Наконец-то Себастьян соблазнился на то, чтобы запилить свой канал. Как там, гаражные будни? Или что там? Дневник. Гаражный дневник, типа того. Ну, если кому-то интересно. Блин, рыть, надо звонить. Если кому-то интересно. Все, короче, в описании, не знаю, что он там будет рассказывать, показывать, но, в общем, все как-то... Слушай, ну, блин, неужели так глубокий сигнал такой, а? И как назло, блин, это же сраная насыпь. О, что, туго пошло, походу, оно. Цвет его? Его. Да ёб твою мать! Нет, у меня сарай, не. Да, в этом Себастьян прав. У нас же знаменательное событие, японский бог, произошло, да? Кто-то, мы же объявили акцию. Приседание за донат. Донат был. Ну вот, приседай, я пока порою. Ёб твою мать, давай, ладно, хорошо, давай, вот даже вот. Прямо вот, на фоне металлоискателя приседания с ломом. Пока один копает, второй. Эть! Ко! Эть! Как не видно, вот, оп! Натяните, посмотри, чайник. Оп! Нормально вы, поприседали? Ну, конечно, с приседаниями мы что-нибудь поинтереснее. Камень. Поинтереснее придумаем. Да не похоже. Да вот он, камень лежит. Ах ты ж. Ну, короче, как-то так. Ну, спасибо, в общем, всем тем, кто поддерживает, в том числе морально. Этого вполне достаточно, ребят. Кто-то с женой копает, например. Там в комментах чувачок отметился. Звони. Тоже железку копали. Звук его. Оп.
бряцает знатно. Ну, о, есть. Есть контакт. Охуенчик. Зацепил. Ух ты. Давай, давай. Опа. Красавелла и подкладеска наша. О, наконец-то попал в кадр хоть что. О, с костылем. Ну, хоть что-то. Ну, хоть что-то. Опять. Ломы. Лом решает. Костылик звенит здесь рядом. Что-то какое-то говно уходящее. Где тут? Ну это говно, забей, пизду. Копнул один раз, хорош. Оп. Вот, да, сюда я прибор клал, он реагировал. Надо чуйку загрубить. Что-то он у меня усирается. Во, во. Наш метод. Батя сделал себе прибор злой. Блин. Я зимой займусь, сделаю эти сменные катушки. Однозначно. Глубиннички и точную. Планарную, наверное. Слушай, ну тут хороший сигнал. Прям вот тут. Вероятно. Костылик. Ой, костылик это. Противоугон лежит. О, слышишь его? Звук его. Звук-то его. Нет, не его. Ну ладно, дальше включимся. А вот он, да. Это блядь, попал сотрудник ИСЕИ. Это ИСЕИвским пацанам жрать нехуй. Которому бы каждый год сыл в уши про экологию, безопасность и прочую хуету. Хуета. Как он мог так сделать? Так быстро снимайте потожировые следы. Мы должны найти их его владельца. Потожировые следы. Я бы сказал отпечатки пальцев. Откуда у тебя такой опыт, Себастьян? Передаю привет всем, кто заебал. Ребята, я с вами. Ай. На самом-то деле, я тоже. Слушай, а у меня видно, да, эти черные круги, блядь, под глазами? А, глаз? Глаз у меня уже ты тоже нет. Когда будешь эту косметику играться у жены, когда опять тушь пиздишь, запомни, надо красить верхнюю часть глаза, а не нижнюю. Тушью красят ресницы, придурок. Ай. Что это? Гравер? На пальцы, ёпта, одевай. Говорил женёк в первую брачную ночь. На пальцы, ёпта, одевай. Взорите на этого человека, он собирается вести блог. Да. Да, красавчик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Там жмите на колокольчик, да. Пока все. Видео нету. Все вот жмите на колокольчик, чтобы прям когда видео появилось первое, прям сразу и уведомление пришло. Уведомление на телефоне самое главное, включите его. На самом деле, я вообще-то действительно, я буду переделывать это все дело. Ну что ж ты, блядь, сука, творишь, ты заебал. Ну я его молю в PDF, я хотел включить его. Пыль только туда не заноси, включатель хуев. Что ж ты, блядь, нажимаешь-то? Пиздец, нахуй, корпусу. Ебать. А чё, появился? Да, блядь, ну что ж ты, ебаный брат. Момент испорчен. Тут прерывается, начинается, и вот здесь его уже нет. То есть вот здесь. Видишь? Причем сигналит дуром. Бам. Бам. Мои. Мои ништяки. Далеко отходит. Вот он, стой. Мои ништяки. Да подожди ты, блядь, еще не все. Нихуя поперло. Да ладно, нормально. Пока идет, надо колдовать, дурак. Тебе шеф не говорил, куй железо не отходя от пилона, блядь. Понял? Пилон, это шест для стриптиза. Какое там может быть железо? Хромированное, пиздатое. Представляешь, а есть пилоны еще и динамические, которые сами... Да, которые сами... Которые сами проститутку кверху подкидывают. Сука, какую проститутку, блядь? Танцовщицу. На самом деле они сделаны как типа труба на
стержни, и при этом она посажена на подшипники. То есть он еще и вращается, ты представляешь? Да ладно. Сам. Да ладно. Сам вращается. А может еще как демпфер рулевой рейки, нахуй. Он еще вверх-вниз, вот так шик-шик, чтобы колебания гасить. Вот! Гаражный дневник, нахуй! Вот этот чувак может рассказать вам о демпфере рулевой рейки, нахуй! Трапецию может разобрать, собрать с закрытыми глазами. 6 секунд, ёпта. 6 секунд, понятно? Он может угнать Жигуль с помощью одного пальца. Куда ты роешь-то? Он тут. Ну ты, блядь, давай, на, замари. Пока я отвернулся, давай, я отвернусь. Смотри, хлеб давай. Поеду. Где? Нихуя. Ну там один костыль где-то лежит в бачку, ну может еще кусочек отломанный один. Мне кажется, уже того не стоит. Ты посмотри, мы какую ямищу вырыли. Прикинь, в щебне нахуй целый окоп выкопали. Ну как окоп? Кратковременная огневая точка для одного. И делается это одной саперной лопаткой за 5 секунд, блядь. С одним солдатом-срочником. А мы реально чуть 3 раза тут не пёрнули, мне. Хорош. Успокоились на этом. Ебать, нихуя поляна, блядь. 2 на 2. А с другой стороны, слушай, мы с одной поляны нахрен пол ведра реально набили. Ну не пол ведра, конечно, но прилично. Я похож на американского гангстера? Ты похож на долбоёба, которому сейчас ветками всю руку раздерёт, блядь. Сейчас на нейтралку сброшу. И назад покатимся. На нейтралку? На ходу? Думаешь, не получится? В Неве. Ну, ладно. Как-то так. День первый вполне неплох, блин. Было и хуже, помнится. Гораздо. Так что все в порядке. Итак, короче, день второй. За лупой красное солнце встало. Себастьян что-то проснулся. Протер ебало. Короче, только-только остановились, только-только вылезли, блядь, на насыпь. Только включил прибор, сигнал. И где-то тут прям. Да что такое-то? Во, где-то тут. Короче, походу надо приседать. Во. Сигнал такой хороший. Че, будем рыть? Будем рыть, хули, мы на насыпи уже. Вот наш пала. Сейчас уточню. О! Да похуй! Тут тоже что-то, но на большой глубине. Для начала здесь. О! Бряцает. Вот что-то я учуял тогда. У меня такое ощущение, что я прям попал. Ну, попал. Ты попал где-то рядом, ебался. Попал-то я в насыпь. Ну, давай. Приступим к работе, сударь. А? Давай. Ну, все, надо того. Оп. Конечно, сохран идеальный, ебать. Будем считать, что шутить ты умеешь. Едко, конечно. В основном это просто оскорбление, которое почему-то ты воспринимаешь за шутку. Но это, в принципе, на Ютубе заходит. Какие оскорбления? Оп! Что у тебя... Зачем? Вот так вот ломом с одного тычка вынимается противоугон, понимаешь? Мы здесь работаем. Оп, пятачок. Гля, подожди. Вообще идеальный сохран. Глянь, даже клеймо есть. 6. 6 клеймо, я тебе говорю. И даже точка, чтоб не перепутали. Не 9, блядь. 6. Понял? Идеальный сохран. Не, ну а чё? Мы с металлоискателем и лопатой. Значит, мы должны оперировать такими понятиями, как сохран, редкость, там, что там еще, ходячка. Вот костыль — это ходячка.
Нет, ну конечно, костыли Ивана Грозного плохо сохраняются. Но я думаю, Александра Первого сохраняются лучше. Верховой противоугон. Сохран говно, но клеймо видно, слушаю опять. Хорош, пизду. Ну ты понимаешь, это даже, ну если это нас уже веселит, понимаешь, какие-нибудь копалки, вот эти вот маньяки, блядь, которые накидают колец в песок, а потом такие, ходим, бомбим пляжи. Потом ходят и доблестно достают выкинутые свои обручалки, такие, бля, охуенно. Ты, бля, рыжик, еее. Прибор окупился. Заходите в замечательный магазин у Петровича Копалкина. Приобретайте эти охуительные приборы за 10 тысяч рублей, блядь, когда они стоят в Китае 2 косаря с охуенной дискриминацией, блядь. Или за десятку копий этих Икстера. Стоп. Смотри! Это древний топор! Это древний топор! Осколок от этой, от фрикциона. Ой, точнее, не фрикцион. Одним из замечательных приобретений стал вот такой вот охуенный безмен. Китайский. Завешиваем первую партию. Ждем. Все, залочился. Да, 20 килограмм, как я и рассчитывал. Грамм 400 ведро. Вот так вот. Есть 20 килограмм за первые, ну, наверное, полчаса. Приседайте, говорят. Давай. Блять, а ну удачу. Ты про Серегу говорил, что он прям вот, прям приседает. Ебать, я приколол сюда, моя фишка-то зашла. Фишка, да? Фишка зашла охуенно, но прикол, ты понимаешь, в чем? Все-таки работает, глянь, две тормозухи. И все это было, блять, практически пропущено, слышь? А Серега как отреагировал, когда так вот уже сказал? Думал, блять, как нормальный человек, сначала заржал. А потом говорит, а кто тебе... А потом он сказал, бля, а кто тебе такую хуйню сказанул-то? Я говорю, ну как, кто? Говорю, ебать. Говорю, напарник твой копательский. Бля, говорит, странно. Вот цвет его, смотри, попер. Я говорю, Себастьян говорит, что ты прям вот перед тем, как даже лопату в землю воткнуть, сразу приседаешь, такой хуяк-хуяк. И чем больше приседаешь, тем больше прет. Он не съебался, он как вот тут вот он, как был сигнал с тормозухой вот тут вот, так он и остался, вот он дынькнул прям в него, и вон еще сигнал лежит, понял? А это я просто противоугон подцепился, видишь, как красиво, прям смотри, прям оп. Ты показал в другую сторону. Нет, ты понимаешь, я попал идеально. Ха-ха-ха, сынок. Слушай, надо приседать, давай. Давай, я вчера приседал, и сегодня поприседал. Я вообще сморозил. Я начинал, я... Вообще, реально, ты поверил, Серега? А ты понимаешь, что это работает? Так что давай, оп, зарядка, блядь. Оп, давай, ебать. Сейчас вырвем. Работает. Да забей. Короче, вторая партия вышла. Сколько там было? 15, да? 15. 8800 вот эти полторы тормозухи. 8823, короче. Ну да, 43 килограмма с хреном. А ты будешь кормить там? Посмотрим. Если ты... Опа! 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 Подожди, я ее одним ломом хочу выкопать. Это вообще нахуй ачивка. Это просто ачивка будет. Ачивка. Подожди. Да, я сделаю свою ачивку. Ачивка, подожди. Я хочу полностью выкопать этот ништяк чисто ломом. Мне это просто по кайфу. Просто потому, что я этого хочу.
Мне до пизды, а понимаешь? Совочком детским не хочешь ебануть себе четыре. Прекрати! Не смешно, блядь. Смешно наоборот. Прекрати! Тебе не понять, блядь! Понятно, дело, куда мне? Давай, я вот с этой стороны вот так поверну. Нет! Моё! 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 Чё я там звяк? Да я заебался просто звякать им! Да, булыжник. Охуенный булыжник. Вот он. Ай, блядь, нахуй! О, подкладец первое. Куда руки убрал, бля? Что значит первое? Первое, за сегодня? Вторая, вообще-то. Какой? Мы ни одной не нашли. А, вчера, мы вчера это... Вчера мы нашли. Приседали. Я приседал, значит, я ее нашел. Опять. Я вот, блядь, ебашу, и это вознаграждается, пойми. Давай, тут еще сигналы были. Ну-ка, на-ка, подержи. Хы-хы-хы. Лицо все обсыпал грязью. Ты уверен, что это грязь? А что это? Пиздюк. Короче так. Ставлю на то, что у нас от 250 до 300. Неожиданно, правда? Господи. Но твои сколько? Ощущения. Мне кажется, килограмм 200. 200. Может быть, даже и 200. Хотя нет, ну... Да нет, 200 должно быть. Ну, я думаю, не больше 250. Ага. Окей. Едем сдаваться.